Юношеская команда «Уральский трубник» 2003 в матче с Ульяновской «Волгой» с первых минут берет инициативу в свои руки. Соперники отчаянно борются за каждый мяч. Им удается забить 2 гола в ворота хозяев. Но это мало спасает положение. Итоговый счет 11-2 в пользу первоуральцев. Болельщики не могут сдержать своего восторга. Сердце просто выпрыгивает. Мы очень болеем, все внутри дрожит. Мы волнуемся за ребят. Интересно на молодых смотреть. Они же потом будут играть же за Трубник, за Большой. Вообще команда хорошая у нас. Саня Дубов молодец, сделал из них. И еще сделает, может, лучше. Тренер соперников вынужден признать, Уральский Трубник – команда сильная. И чтобы состязаться с ней, нужна хорошая подготовка. Не готовы ребят немножко физически. Хватило нас на 10 минут первого тайма. Вроде была равная борьба, 1-0. Все после этого силы, как говорится, кончились. Ну и ледовая подготовка у нас, я думаю, что у нас хуже. Льда мало у нас очень. Но не все еще потеряно. Игра Уральского Трубника и Волги открывает первенство России по мини-хоккею с мячом. Первоуральск принимает 7 юношеских команд из Новосибирска, Красноярска, Архангельска, Ульяновска, Нижнего Новгорода, Сыктывкара и Димитровграда. Наблюдать за играми можно в Ледовом дворце спорта. Организаторы ожидают, что участники покажут высокий уровень. Выделяются некоторые команды, у которых, допустим, чувствуется подготовка ледовая. Выделяется Енисей, выделяется Водник, Уральский Трубник. Еще есть ряд команд. Я думаю, что некоторые команды еще вкатятся в турнир, и результаты будут интересны. Победитель станет известен уже в это воскресенье. По официальной информации, чтобы спортивный объект смог принять первенство, здесь установили видеокамеры и специальное оборудование для безопасности спортсменов и болельщиков. Юлия Данилова, Руслан Гаскаров, Интер ТВ.